мужчина прогуливался со своей собакой по пляжу в Хайлендсе, штат Нью-Джерси. Внезапно он заметил в воде рядом с берегом какой-то предмет. Это была клетка, а внутри нее что-то двигалось. Оказалось, что в клетке находилась собака породы питбуль. Клетка была расположена таким образом, что с приближающимся приливом вода должна была полностью покрыть клетку, и собака бы погибла. К счастью, клетка и собака в ней были обнаружены до полного прилива. Мужчина незамедлительно спустился в воду и спас бедное животное. Этому неравнодушному мужчине пришлось перелазить через забор, чтобы добраться до того места, где находилась клетка. Прежний владелец бедного питбуля явно стремился, чтобы собака погибла. В настоящее время прокуратура округа Монмут расследует этот инцидент и ведет поиски любой информации, которая смогла бы привести к поимке мерзавца, поступившего так с собакой. Спасенного пса назвали Ривер. Он находится под опекой общества по предотвращению жестокого обращения с животными, СПК, в округе Монмут. Сотрудники СПК сообщили, что вследствие произошедшего Ривер находится в подавленном состоянии, но каких-либо физических травм не получил. Также они сообщили, что оценка здоровья собаки говорит о том, что она содержалась в хороших условиях. Это вызвало у следствия еще больше вопросов, чем дало ответов. К сожалению, Ривер не был чипирован, поэтому личность его владельца пока не установлена. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.